Итак, следующие веселые минутки. Давайте этот голосование. Голосование? Вот прямо сейчас, от тебя. Ты будешь первым, кто проголосует. Результат следующих 10 партий. 10-0. В его пользу? В нашу. Ну, раз в год и палка стреляет. Какой у него рейтинг? Ну, в пуле понятно, а в этот? Ну, 2700. Было 2700. Ну, 10 секунд я для него выиграл. Ну, он, кстати, нормально играет, нет? Да. Даже очень уверенно, позиционнее. Ты прав, хочется уже иногда спать. Я всегда прав. Я сомневаюсь. За исключением тех, когда я не прав. Так, ну отыграли мы уже преимущество по времени. Куда коня вести? Ударище. Прокатил. Пешку отыграть надо. Выиграть, точнее. Как ты собираешься белопола оттуда выковыривать? Как он будет принимать участие? 10 секунд. Тут, конечно, мата не будет, но на победу тоже мало похоже. Почему выигран должен? Где? Если сейчас мата не будет, действительно, то выигран. Не будет менять. Ты зевнул пешку. А, срубили флажок все-таки. Ну да. Будем считать, что так и было спланировано. Безнадежная, кстати, позиция. Здесь, там просто меняется и пешка. Летит. Ну, ползет скорее, но это сути не меняет. Так, и мы продолжаем биться с майором Харченко. Кстати, плотный игрок. Я не верю в 10-0. Да хотя нет, верю. Все, верю в 10-0. Понимаешь, что ты сейчас можешь подвести людей? Каково тебе? Только тебя. Вообще-то все верят в 10-0. Никто не верит в 10-0. Пока у нас... Посмотришь первую партию. Пока у нас только 1-0, да? В смысле? А, ну да. Предыдущий 1-1 мы не берем всерьез. Тактика прошла. Ну чё, без качества, молодой человек? Без качества на 10 секунд. Можно же выбить на d4. И пойти ладья d2. Давай. Ну нет, он не хочет. Ладно, меняем фигуру, отдаем пешку. Мы сейчас там на h2 съедим все. Ну да, в этом и идея. Ну все съели. Ну он сдастся, наверное, сейчас. Нет, не сдался, смотри-ка. Я был уверен. Все прошло. Прошло родненькое. Почему ты ферзя не поставил, объясни? Ну, потому что так ферзь лишний, а там и ладья, а так просто ладья. Так, ну... 2-0. Знаешь, 10-0 может и не быть, он просто ему надоест, он выйдет. Ну, я ничем не могу помочь тут. А, так, был разыгран бредовый немного дебют. Три удара на d5. И первый раз, наверное, по дебюту соперник просел по времени. И по позиции чуть-чуть.
Ну, кстати, да, что делать? D5 что ли играть? Ой, стоп. Ну, А, вот так. так. Ну, 2-0 просто, наверное. Не, погоди. Надо как-то уже сразу. Ну, он будет пешка G брать. Ферзь D7. Да. Нам можно просто побить. Ну, сейчас хотим, вот, да, побить на здесь вот. Он или он пешка возьмет? Пусть бьет. Во все тяжкие. Ну, правильно делает. Ладно. Это не должно работать. Почему? Не факт, два слона сильные. Вот этот шаг еще зевнул. Ну. Не, у меня, наверное, достаточно контр-игры тут. У него все-таки очень плохой король, и кон сейчас побежит, но явно было что-то лучше. Вилка была, а. Я думал, вилка была. Шах. Нет, тут уже бежать безнадежно, неожиданно. Ну, для блица, конечно, для пули даже для блица, конечно, нет. А объективно, мне кажется, уже плохая позиция. Да, и конь есть. А там F5 же, да, еще? Не видит. Ну, C3 надо бить. Ну да, срубишь флаг. Пахнет, если честно, 0-4. Сильно. Или от сколько это было? А 4-1 общий, значит 3-0, это только третья. Ладно, все, надо собраться играть нормально. Что это? Безобразие какое-то. Ты мертвый просто. Да. Это нельзя допускать. А это, представляешь, это он еще даже не поляк. Вот ты знаешь, вдруг он поляк. Которым ты любишь загибаться. То есть, ты представляешь, какого был бы, если он был поляком? Поляком? Да. Как правильно? Поляк? Поляком, конечно. Поляком? Да. Что-то тут много темпов он отдал, нет? Да, ну так-то я ничего не добился, все. Ну, темпы и темпы, что дальше? Нет, почему ты добился? Скажи, чего? Минус 5 секунд по времени. Как тебе? Достижение. Как тебе твой прогресс за это время? Ну вот уже кое-что. Владейка заехала. А что, никак уже не взял? А, ферзь H2 есть. Да нет, пока ничего плохого, но... Вот пешку можно съесть. Че ж ты пешку-то не съел? Хуй пешку, не в пешке игра. Так разгрузка сейчас будет, смотри. Повели, да, куда-нибудь туда его. Ты ферзь едва не работает, да? Зачем? Сейчас эти пешки должны проскочить. Должны. Как только. Пока никак не проскочит. Короля на Е4 веду. А, ну вот он не выдержал. Ну да, здесь тоже все понятно. Это 0-4 пахнет. Все, у него сейчас сумсванг будет. Ну да. Ну да, срубил. Флажок. К сожалению, 0-4 после этой партии. Ладно, первая относительно с натяжкой нормальная партия. 55 партий, да? Ну, поехали. Где королевский гамбит? В следующей партии что-нибудь весело у нас играл. Ну, ее может и не быть. Да будет она. Вот надо, ты видишь, он... Надо напомнить его. Боевой шахматист. Так, ну после этой по-любому будет. При любом исходе будет какая-то, ну, пауза в ролике будет следующий. Так, конь на D6 пришел. Как-то быстро. Да ничего нету белого. Как? Пришел. Ну а что, ну толк с него. Понимаешь, он не атакует ни одну слабость. Таких коней есть толк, когда они только атакуют что-то. Не, ну вот сейчас уже, может быть, я загнулся. Почему? На D-качество. Отдам. Конь F7. Не F7 там. Так выгодно для меня. Ну, выгодно, да. Больше собью. Еще на F7.
Так безнадежно, черный. Все висит. Так, ладья Е7 могу сыграть, ладья ладья Д1. на ладья Е7. Могу сыграть, ладья Д1, конь Е1. А почему не взять? А потому что там в конце на Е8 пойду. Ну, а так просто весь материал съем. Я вот, ну, я имел в виду вот этот вариант. Я понял, да. Если взять, то слон F1 уже. Кидай ему вызов еще один. И слон C4. Он не будет играть.